Доброе утро, друзья! Бонжорно! Сегодня у нас вторник, и сегодня замечательный день, потому что у меня сегодня тесты. И на самом деле здесь у меня уже было двое тестов и одна работа. За эти первые два теста мне пришлось платить. Я заплатила 250 евро, что в итоге в сумме дает 500 евро за двое тестов. И потом у меня была работа, которую я тоже снимала. Эта работа была бесплатной, поэтому, честно говоря, за эти две недели я ничего не заработала, только потратила. И сейчас у меня тесты, и представляете, даже бесплатные. Я в шоке. Наконец-то. Бесплатные тесты. Одежда на сегодня вот это не вот то, а то, что валяется на полу. No way, can. Bene, tu prima taglia qua, questa taglia. Io li fai il centro qua. Eh sì, ma voglio un secondo spillarli qua. So. Eh no, allora faglielo più largo. E poi cosa mai stringi? No, siamo al quarto. Li facciamo? No. Facciamo le svoltine. Tu sono gli svoltini. Ok, ora vediamo quanto dobbiamo tagliare. Questa quanto gli serve? Не знаю почему, но в Милане я страшно замерзаю. У нас сейчас небольшой перерыв, мы сделали 4 ката, где я была практически полностью голой. И сейчас сижу и жду, потому что очень жду своей еды, которую я очень сильно хочу, потому что ли не ела. Играет Hell's Bells и сидите. Все неплохо, в принципе, скоро должны закончить. Но я очень страшно мерзну. Еще у меня волосы все в мокрой соленой воде. И мне дико холодно. Вчера, сегодня, позавчера. Как и так странно, я понимаю, я радуюсь то, что я нахожусь в Милане, а не в Таиланде, умираю от жары. Но все равно, блин, так холодно. Бум, бум. Это у нас выглядит вот так вот. Чао. Чао. Да, они готовят какие-то сэндвичи. We're about to turn it on.
Я закончила работать, и сейчас иду убрать маленький такой трамвайчик, потому что мне нужно ехать в агентство. По сути, мне сказали в агентстве, что мне не нужно приезжать туда каждый день, так как очень часто было в Азии, потому что в Азии вам, допустим, надо приезжать каждый понедельник бывать в агентстве, или каждую среду, или каждый день Pocket Money, или вообще каждый день. Вот, допустим, в Тайване я приходила в агентство каждый день, чтобы сказать всем привет, чтобы забрать свой конверт с работой, и, конечно, просто чтобы всем показаться, потому что почему-то все думали, что если я не приду в агентство хоть один день, то это значит, что я проявляю к ним неуважение. Здесь же все наоборот, здесь же я очень этому удивилась. Во-первых, нет Pocket Money дня, нет дня карманных денег, то есть карманные деньги у меня есть, это 80 евро. Других агентств получают 70 евро, 50 евро. По-моему, мое агентство IMG нам дают больше всего карманных денег. И, честно говоря, 80 евро, обалдеть, как хватает на них прожить. На 80 евро можно вообще шиковать, если учитывать то, что я... Там какие-то мальчики... Учитывая то, что я трачу на еду всего 30 евро, то у меня 50 евро остаются просто так. Вот, и я сейчас еду в агентство, у меня просто какой-то страх с волосами, потому что их постоянно брызгали холодной водой с солью. И поэтому они похожи, как будто я не мыла волосы несколько лет уже. Но у меня так получается, что я в агентстве бываю почти каждый день. То мне нужно прийти и получить свои новые фотографии, то мне нужно вставить новые фотографии в бук. Или вот, допустим, сейчас я еду в агентство, до него ехать час отсюда. Я еду сейчас, чтобы забрать свои новые композитки. Мои новые композитки готовы, я получила двое своих тестов. Мужика, ну иди. А уйди, не загораживай мне. О, я получила два своих новых теста, и первый тест мне вообще не понравился. Мне там, наверное, только фотографии две понравилось, потому что оно все было слишком как-то заретушировано, нечетко и слишком размазано, и никакой четкости. И вообще мне не нравится такое, слишком уж зафотошоплено, что очень странно для Европы. А вторые тесты, я могу сказать, что это самые лучшие портреты, которые мне когда-либо делал кто-то. Просто, что не фотография, то шедевр. Вы скоро видите эти фотографии, я скоро выставлю ВКонтакт, можете посмотреть. Вот, фотограф Марка, и он был немножко странный, честно говоря. Он ко мне подходил, так откидывал мне волосы. А у нас такая съемка была, где я была без верхней одежды, я так просто прикрывалась. На фотографии ничего не видно, но, конечно, в жизни я сидела перед ним топлес. Вот, и он очень-очень странно на меня смотрел. Ну, я бы даже сказала, не совсем профессионально, потому что, ну, блин, это твоя работа, это моя работа, я не стесняюсь, и ты не показывай, пожалуйста, свои желания. Но все равно все как бы понимают модели мне, что если девочку берут либо в агентство, либо на работу, то это значит, что она вам нравится. Не знаю, что-то я разговорилась, просто идти очень долго. И агентство находится очень далеко. И от дома тоже очень далеко. Мне там так часто бывает, не знаю даже почему. От дома моего агентства находится в 40 минутах езды. В 40 минутах.